Рад всех приветствовать, с вами RT Games, Руслан Терехов, и мы продолжаем проходить Cyberpunk 2077. Что ж, у нас подошел патч 1.5, у меня было 3 квеста непройденных из-за багов, и мы посмотрим, работают ли они сейчас. Перераспределение способностей. Это все понятно. Модификации, фиксеры, баланс, экономика. Фильтры на карте. Ну, мы вроде как там все прошли, да? Ну, посмотрим. Я точно знаю, что там был квест, который назывался «Приступ киберпсихоза». Я все данные там собрал, но был баг, невозможно было отправить. Это этот болтает. Ну так вот. Окей. Переодевайся, салага. Угу. Глубина не проходилась из-за бага, потому что... О, нифига. Текстуры не было. Но это нормально. Так. Зайдем в снаряжение. Ага. Что такое рекью? Требуется способность изобретатель. Пам-пам-пам, возможно, у меня все навыки скинулись, да? А, ну естественно, да, они еще все навыки обнулили. Это вообще все заблокировано. Интеллект. Блин, а если бы я помнил, как у меня были навыки раскинуты. Так, ну ладно, урон давайте вкачаем. Что у нас там, урона специальных выстрелов? Изобретатель, бляха, вот они придумали, конечно. Это из-за стены. Отдача, это ерунда. Перезарядка. Это тоже ерунда. Рикошетов, отдача, урон. Критический урон. Ладно, подкачаем. Так, что у нас там? Ерунда. Это фигня. Так, это ладно. Техника. Редкие предметы. Хлам разбирается автоматически. Гранаты нет. Даже не помню. Так, что там нужно для использования? Требуется способность изобретатель. Ух, как неплохо его глючит. Изобретатель. Ага, они хотят теперь... Способность изобретатель. Ну так вот она, дадим им изобретателя. Ну и что он теперь у меня сможет одеть? Ох, как глючит. Вот моя винтовочка и еще была снайперка.
Ну и что, теперь наденет очки? Да. Модификация критического попадания. А, что-то не помню, у меня были эти моды, не были. Критический урон. А, еще все эти скинулись ячейки. Блин, так это нечестно, у меня там все было на крит вкачано. Не понял. Сопротивление в штанах, ну-ка. А в ботинках? В ботинках вообще такой ячейки нет. Ну-ка, в майке. Тоже таких нет улучшений. Крутяха Джонни, улучшений нет. В шапочке. Так что только в очках, что ли, теперь крит? У меня же там крита было просто куча. Мне даже интересно, сколько у меня теперь в параметрах крита. О, только 92, а было порядка 400. Ну да, реворк они, конечно, сделали. Что, даже и моды вставить не могу. Значит, урон у меня сейчас будет гораздо меньше, да? Ну, сопротивление хотя бы вставим. Горение. Да, как-то они с этими модами сейчас... Чего там? Стандартная снайперская винтовка, когда характеристика силы достигнет 10. Ну, а она у меня как бы была одета. А он с ней вообще стреляет, интересно. Да, но прикол в том, у меня-то сила далеко не 10. А все равно он с нее стреляет. Это, конечно, баг. Как говорится, мы пофиксили. Понимаю. Так, ну-ка, ухабистая дорога, а где теперь маркеры? Отпусти глубина, ухабистая дорога, отслеживать. Еще было бы неплохо киберпсихоз пройти, да. Так, ну это-то все понятно. Тут даже моя тачка, наверное, осталась стоять, да? И вправду стоит. Вопрос, как теперь терминалу находить эти? Вот, терминал быстрого перемещения. Что-то ее как-то носят. Поменяли они. Так, Чумба, что он там? Городе медные шмотки, новые тачки. Угу. Новая квартира. Я посмотрю. Так, подождите-ка, может быть еще F5. 6. Ой, они там сейчас забомбят спамом, да? Сила, грузоподъемность увеличится. Мы установим здоровье в бою, выносливость. Даже точно я не помню, какие у меня там навыки были взяты. Что-то из рукопашки было взято. Короткоствол, клинки. Техника. Ну, наверное, технику надо подкачать. Тут крафт. Эффекты — это фигня. Вот это я качал. Без затрат. Эпические предметы.
Урон созданной техники. Угу. Ну все, в крафт, короче, у меня там было. Да. Нервно еще взлом. Да. Еще у меня был вкачан взлом. Так, ну вроде бы как и все. Так, ладно, там еще 30 навыков осталось не раскинутых, да? Шмотки, патроны. Я все-таки хочу дойти до этих квестов. Дина. Так, ладно, я хотел все-таки ухабистую дорогу. Так, 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 так. И вот этот терминал. Проверить те квесты, которые были в патче 1.31 с глюками. Ну-ка, Реджина Джонс. Ви. Бред какой-то. Что ей там не понравилось? До связи. Пока, Ви. Не верь журналистам, они врут. Там падры, все остальные пишут. Те, кто раньше не писал, начали вдруг писать, да? Меня глубина, ну ладно. Это все фигня. Мне интересно это. Отпусти меня, глубина глючила. Она в тексты застаревала и в церкви не могла дальше никуда пройти. Так, ну посмотрим, глючит ли этот квест ухабистая дорога или нет. О, чудо, они его пофиксили.
Вот этот квест вроде заработал, ну. А, движок теплый. Только недавно заглушили. Новая катушка зажигания, свечи. Распредвал кто-то подлечил. Так, а это что? Кто-то почистил вентилятор и залил новую тормозуху. Только вот... разбавленную. Ха. Масло сменили. Но оно старое. Слили с другой развалюхи. Ну ладно, все ясно. Эй, алло! Убери руки от моей тачки! Чего? Да это моя тачка! И что же ты бросил ее ржаветь? Потому что она сломалась, и я... И ты ее кинул, а теперь вдруг про нее вспомнил и пришел. Зашибись, история. Знаешь что? Я столько сил и труда в нее вложила, лишь бы это корыто завелось. Начала бы с электродвигателя, быстрее бы вышло. Ха, много ты понимаешь. Он часто клинит, а очистишь его от копоти и остатков масла, и будет как новенький. Бля, а я дроссель целиком заменила. Вот, видишь, только владелец может знать тачку до винтика. Бывший владелец. Это теперь моя тачка. Как только она заведется, я свалю из города в клубах сизого дыма. А что случилось? Почему ты хочешь уехать? Раз ты спрашиваешь, значит, никогда не поймешь. А ты попробуй, расскажи. Да что рассказать-то? По сторонам посмотри! Грязь, гниль и говно! Я больше не хочу здесь жить. Не могу. Я куплю у тебя эту тачку. Заплачу столько, чтобы тебе хватило на другую. Но это же корыто. Да, только это мое корыто. Ну, забирай деньги, а то передумаю. Господи, спасибо. Не знаю, что и сказать. Ну ты подумай, а я пока прокачусь на своей ласточке. Где наш гольфик второго класса? О, да. Работает как часы. Ну да, не самая стильная колымага. Но хоть под капотом порядок. Это еще что? Погоди, сейчас сам увидишь. А не боишься? Хотя пофиг. Я-то все равно уже мертв. Педаль в пол. Так, надо записать квест пройден, ухабистая дорога. Удивительно. И вправду работает квест. Но это, видите, мелочи приятно. 1.51 патч пофиксили, видать. Так. Есть ли у меня теперь этот жучок в доступе? Посмотрим. Ну да, как... вот это глючит. Вот это вот прокручивание так как глючило, так и глючит. Нормально. Это нормальный баг. Так, сейвим. В телефоне там просто разрыв шаблона идет, да? Посмотрим, что там Дакота пишет. Так, от Дакоты там куда подарок. Так. Вакака. Вакако.
Угу. Он какое-то оружие там дает мне на память. Так, Реджина. Что с киберпсихозом, Реджина? Да, вот этот киберпсихоз, который не работал, интересно, он сейчас работает? Киберпсихоз был, что-то там с морем было. Под мостом. Приморье. Хм, ну я смотаюсь, посмотрю. Так, Эль-Рейс. Тачки, пушки, все дела. Все заказы закрыты. Угу. Падре. Короче, там все пройдено. Ну вот сейчас посмотрим. Так. Засейвим. Карта. Киберпсихоз Приморья. Я помню, что он был вот здесь. Вот в этом здании, да? Так. Заходим на журнал. Второстепенные. Такс. Заказы. Черная вдова, капитан, мой бог дает. Передана. Приступ киберпсихоза. Приморье. Посмотрим, глючит ли этот квест сейчас, или он все-таки... Вот, да, смотрите территорию, соберите данные. Раньше ты пытался, и у тебя все нахрен глючило. Посмотрим после патча, они пофиксили это дело, или же все-таки нет. Сканирование было на F. Хм. А, нет, на тап. Ну ладно, не столь суть. Тогда труп валялся на крыше. Кстати, проверить надо, она там еще лежит. Или она уже слезла отдыхать. Лежит. Где я ее оставлял? Молодец. Вот это они... Так, ну пойдем данные пособираем. Как я помню, данные тут надо было собрать, да? Обследовано, обследовано. И снизу собака флешку нельзя было эту ослать. Так, ну глючит, все равно падла глючит. Вот здесь вот у телки должен быть чип, естественно, ничего нету. Привет, City Project Red, да? Ну, заходим в телефон. Реджина Джонс. Ну и приступ киберпсихоза Приморья. Да. Ну, квест, к сожалению, глючит, и его не пройти. Не пройти, да. Это во второй раз киберпсихоз. Ну, у Хабиста дорогу они пофиксили. А киберпсихоз, я смотрю, не пофиксили. Все данные собраны. Да.
Но это, к сожалению, не проходит квест. Ладно. Так, что еще было из квестов? Ком сунет колокол, это последнее задание. 5 из 5, 11, 8, Вакако. Капитан мой палок, пескай палок. Какие-то другие задания тут висят. Так, ну-ка. Ну, пускай будет так. Угу. Так, ну-ка, журнал. И главное, его нельзя ни убрать, ни отменить, ничего, да? Апартаменты. Это все ерунда. Вот киберпсихоз не проходится, да? Так, заказы. Черная вдова. Ну-ка, отслеживать. Забрать награду. Тут получается нужно сбегать, забрать награду. Но погружение еще можно попробовать. Ну, киберпсихоз, понятно, не работает. Ну, посмотрим, что за награды там дают. Ну, жаль, что они киберпсихоз не пофиксили. Ухабистую дорогу мы пошли. Так, ну и где? Это в моей башне, что ли? Ну-ка. Может, здесь все мои награды? Да, это мы находимся в нашей башне. Так, ну и, как говорится, где награды? Тут у меня что-то только не было, ё-моё. Что-то тут, честно говоря, ни хрена не понятно. Ну давай все спылесосим. Если его не переглючат нахрен. Я даже не знаю, что это нам как и дал это за вещи. Последний звонок. Капитан мой капитан.
Угу. Сейчас подождем, все эти фигни проглючат, что все собрано. Вот это вот все, да. Ну, все задания пройдены. Но на том убийство. Ну, интересно, и куда меня это анатомия убийства поведет? Я-то знаю, что здесь заказ висит. Риперы. Так, ну что, можно скинуть в тайник всю фигню. Угу. Пофиг, это все весит ноль. Решение. Так, оружие. А где же то, что я использую? Так, ну ладно, давайте скинем. Блин. Скинул, называется. Чувствую, если я сейчас не смогу одеть, придется перезагружать. Не знаю, что там требуется, но это фигня все походу. Thank you.
Ну да. Так, это все фигня, сохраним. Спускаю палок забрать награду. Покомате, что ли? Не понял. Политика в пустошах до сих пор продолжается. Перестрелки произошли на трассе. Машина, что ли? Награду, что ли? Так, ну-ка. Из песка из палок. Так у меня была уже эта машина. Так, ну и что мы имеем? Ну да, получается киберпсихоз, он так и не. Смотреть территорию, собрать данные. Все там собрано, а отослать Реджини нельзя, да? Апартаменты. И там еще эта девка была с одна, этот квест, да? Как же ее звали? Не помню. Ну-ка. Даже непонятно, куда, в принципе, ехать. Ё-моё. Старьевщика, блин, а где же мы с этой девкой делали квест? Ну да, они там продают новые квартиры, это все, конечно, понятно. Так, а если мы зайдем, может быть, в телефоне? Я даже не помню, как ее звали. Что это была Эвелин? Нет, это была не Эвелин. Ладно, друзья, на этом мы, наверное, серию закончим. Всем спасибо и продолжим, возможно, в следующей части, если она будет. Всем спасибо и до скорых встреч.